сегодня у нас проходят выборы в парламент Республики Южная Осетия, и на избирательных участках у нас работает 64 аккредитованных журналиста, которые заранее подали свои заявки работать в день голосования. У нас, я извиняюсь, помимо журналистов государственных СМИ, у нас аккредитованы журналисты федеральных российских информационных агентств. Также у нас на избирательном участке в Северной Осетии работают наши коллеги с телеканала «Осетия и Ростов», которые также аккредитованы. Для всех аккредитованных журналистов есть полный доступ на избирательные участки. Внутрь и снаружи они могут осуществлять видео и фотосъемку, общаться под запись с избирателями, с членами участковой комиссии. И я считаю, что пока что вот на 13.30 журналисты выполняют свою работу очень оперативно. Оперативно держат в курсе всего происходящего нашу общественность, которая заинтересована ходом выборов, получают самые активные, самые объективные данные со всех избирательных участков, по явке, по активности, по первым предварительным оценкам процентным соотношений. Очень хорошо организована работа в ТСЦ, Центральной избирательной комиссии, и технически, и просто прием хороший. Поэтому всем хорошего настроения и удачного рабочего дня. Спасибо.